Так, друзья мои, ну как вы видите, мы на фоне леса. Я хотела сделать камеру, чтобы у вас был больше обзор. Ну, вот и так сойдет. В общем, что сегодня готовим? У нас по расписанию снова тушенка. У меня, видите, рабочая поверхность сразу. Виталик мне тут прифиндифорил ее. Мне печку еще сейчас принесет. Дальше. Что у нас есть из сегодняшнего? Сосиски. Огурчики. Помидорчики, лучок. У нас есть хлеб. Кетчуп, майонез. Картошка. У нас будет суп с макаронами или с гречкой? Как хочешь. Давай макароны доготовим, да? Ну, у нас там их есть, если ты не против. У нас мало очень воды. Вот, у нас очень мало воды. Но ничего страшного. Не было возможности купить здесь по пути, почему-то не случилось. И вот так. Сейчас я быстро кастрюльку с водой поставлю. Виталь, вот как-то так или как тебе удобно? А можно и так стоять, мне пофиг. Сейчас воду сразу поставлю. Так, полотенце чистое у нас здесь, полная кастрюля. А, яйца у нас еще есть вареные с тобой. Можно сделать их вкусненько. За воду изгоняем. Это я тебе вчера накрутила, ты помнишь? Больше ничего не требуется. Так, воду экономим. Я оделась, во-первых, 20 градусов здесь вообще. То есть не это, как его, не жарко. Начнем с этого. Вообще кастрюля чистая, но тут я смотрю, что-то непонятное на дне. Сполоснем. Поставим суп варить. Все красиво. Это красиво, невыносимо. Рядом с тобою быть нелюбимым. Мы сегодня чуть больше сварим супа, чем вчера. Нам показалось вчера маловато. Так, а, сеньора, где ваш нож? Ты говорил, все, я вспомнила, где. Принесешь? Спасибо. А, да подожди. А, ну да, тем-то открыть можно консерву. Этот может не выдержать такого напора радости. Кто это? Какой мерзкий. Спасибо. Сейчас мы сразу тушеночку закинем. Кастрюльку накроем, чтобы у нас газ-то не тратился попусту зря. И потише чуть сделаем. Чайник казенный свой. У нас здесь пара помидоров осталось. Я даже, знаете, может быть, лук туда кину. Будет вкуснее. Сегодня сало убираю, Виталь? Да. То, может, я голодал, что уже сало не убирать. Я с тобой согласна, жирновато, мне тоже не нравится. Это красиво, невыносимо, рядом с тобою. Быть нелюбимым, остановись же это насилие,
Ну уж я прям все сало не убрала, чтобы хоть что-то у нас тут плавало, Виталь. Но не люто, не люто. Маленечко совсем. Я тоже не люблю, когда жирное. Так. Шкарабанку в мусор будет у нас. Дальше. Так, у меня здесь бедлам. Мы вообще-то с папочкой хотели по 25 капель выпить. И мы, наверное, сейчас это сделаем, да, Виталь? Начисляем. Сейчас найду нашу. А мы фляжку сюда ставили? Да, вон, да. Вот где рука у тебя поднизу. Ага. Чудо-коробок с чудо-фляжкой. Так, мы будем кушать с тобой в палатке, правильно? Да, я тогда вот эти продукты, которые не нужны, убираю сразу на тот контейнер. Воду-то не вливаю. Пригодится. Так. Сейчас. Тарелку возьму. А вам, наверное, меня не видно, когда я опускаюсь. Да, меня не видно, когда я к этому опускаюсь? Да, не видно. Ну, ничего страшного. И так уже налюбовались, насмотрелись. Половинка. У нас уже подзакипает супец. Да, лучку кину, ничего страшного, тоже будет хорошо. У меня вообще-то есть доска, но за ней лезть мне лень. Походные условия понимать надо. Без паники. Комарьё летает, мама и дорогая. А еще у нас есть и сковородка. Можно было бы делать зажарку, но не сегодня. Сегодня вообще погода такая, то дождь, то... Да, не ровен час вылупит, вон там куча есть. Поэтому надо быстрее палатку разобрать. Да, у нас в палатке не страшно. Мы там можем сидеть сколько нам влезет. Так, это тоже мусор. Дальше. Макарошки. Не помнишь, куда я их дела? А там нету в сумке? Вот здесь, наверное. Наверное, не в сумке, наверное, здесь. В сумке не было, да, вот они. И вы хотите посмотреть, где? Сейчас покажу. Вот у меня. Все здесь. В большом ящике. Специальный ящик для путешественников. Водичка закипела, макарошки кидаю. Будет вкусный супец. Вчера нам суп понравился. С голодухи и не такое понравится. А? Хороший суп, говорю, будет при суп с голодухи. Очень даже вкусный. Еще малость макарон. Я уже его начинаю чувствовать. Запах супа. О. Отлично. Шикарно. Сегодня еще и с лучком, Виталь. Хозяюшка. Так, запасы убираем. А? Мне? Да, я думала, ты мне что-то сказал. Не, молчу. Приправа какая-то. Ничего страшного.
фляжка с водой. Руки помыть, Виталь там стоит. Соли добавим. Тоже без фанатизма. Если что, мы даже завтра утром можем разогреть суп, да? Я сегодня такая голодная была, что я бы и супа поела с утра. А поели в итоге после обеда. Еще малость. Так. У меня, по-моему, комар в кастрюлю залетел, Виталь. Наваристый и хорошо. Дальше хлеб. И делаю так, что этот предбанник мы сегодня ночью, мы вообще сегодня не открываем. Хорошо. Так. Мы, кстати, по пути, если огурцы купим мелкие, мы можем сделать, просто засолить в банке, чтобы они у нас были. Так, на всякий случай говорю. Малосольные. Буквально 3-4 огурчика туда порезать, замалосолить. Они быстро промалосолятся и будут вкусные. Что, у меня лук, что ли, на лбу прилип, не поняла я. Брызгаешь, да? Да, тут они возле входа не кружились. Да. А комарья-то япона мать. Да с ума сойти сколько. Дело вкусно. Стулья же нам не нужны. Стулья нет. Ну что, иди по 5 капель и продолжим. Суп доварится как раз. Я, может, в лесок сгоняю. У меня тут осталось только, чтобы он покипел. Минут 10 сварились макароны и все.
Ладно, сосиски оставлю. Никто есть не будет. За кусочек сделал. Нифига себе, мать. Ну что? Давай. За наше здоровье? Да. Ваше здоровье. Что? Скоро будем есть, хочу сходить в лес. Но вдруг мне попадется грибок, потому что я зашла и увидела подгрузок. Возможно, я, может, найду грибы, да, ну, мало ли. Ну, может, картошку еще пожарим. В общем, я пошла. Мои сладкие.